В России отметили День социального работника. Это профессиональный праздник людей, которые первыми протягивают руку помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В городском округе Люберцы виновников торжества чествовали в картинной галерее. На торжественном собрании побывали и мы. Социальный работник – это и друг, и помощник, и психолог. Они помогают инвалидам, одиноким пенсионерам, детям-сиротам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Именно поэтому в этой нелегкой профессии нет случайных людей. Наверное, так судьба распорядилась, чтобы я попала в эту сферу работать. Сначала как-то стала работать, сначала было тяжеловато, а потом уже по накатанной пошло, а теперь уже нравится, без работы жить не могу. Надо быть добрым, душевным, добрым, отзывчивым. Всегда слышать людей в ту минуту, когда им требуется помощь. В городском округе Люберцы в социальной сфере работают более 450 специалистов. В их помощи нуждаются свыше 110 тысяч жителей. В профессиональный праздник в честь людей, наделенных особой миссией, звучали песни поздравления и слова благодарности. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо за ваш труд. Спасибо за то, что вот у каждого из вас такое большое сердце. Ну и за нашу большую семью городского округа мы благодарны вам за то, что вы сохраняете, работаете над тем, чтобы людям стало легче, удобнее, комфортнее и чтобы они не чувствовали ни в коем случае себя одинокими. Всем вам терпения, потому что ваша работа сопряжена с терпением, с добротой, с чуткостью, которую вы проявляете к людям. Поэтому низкий вам поклон за это. Виновникам торжества вручили благодарственные письма губернатора Московской области. Социальных работников отметили также почетными грамотами и знаками отличия главы городского округа Люберцы и Московской областной думы. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.